вечер, уважаемые подписчики. Сегодня мы в Софии нашли грузинский ресторан, где ночевали. Решили здесь попробовать кухню. Вот такой он небольшой, уютный. Даже это кафе. Вот. Сейчас будем пробовать грузинскую кухню. Посмотрим меню. Что у нас в меню? Хинкали, да? Вот хинкали. Что ты будешь? Есть хинкали. Хинкали надо попробовать обязательно. Что, давай. Сколько здесь, кстати? Сколько стоит здесь хинкали? Давай посмотрим. Че? В Обиане. Вот такая. Это в левах цены. 10 лево, 14 лево. Хинкали стоит 3 лево, 10 стакинок. Вот так. Ну, в общем, в районе 3 лево стоит. Это на наши деньги умножаем на 40. Получается 240 рублей. Стоит порция хинкали. Вполне нормально. Пилишки дроп. Я буду пилишки дроп, короче. Ну давай, как хочешь. А ты что, можешь тебе есть? Хинкали мне заказывай. Да, хинкали заказывай. Порцию, порцию. Как? Ты говоришь, сколько? Как одна штука? Хинкали не... Нет. Ты говоришь, сколько? И тебе столько хинкали? Да. Брат, хинкали это порция? Вот, там цена. Одна штука хинкали, там цена одной штуки. Да. Да, все ты правильно говоришь. Это за одну штуку. Да, тогда получается не очень-то. Смотри, одна штука, 3 лево, 10 статинок. 5? 4, 5. 5 штук, это будет 15 лево. 15 лево. 15 на 40. Это будет. Я не знаю, как считать. 15 на 40. Ладно, потом посчитаю. В общем, тихое место. Хотел сказать еще, дороги здесь в Софии. Мы попали в такое место, тут даже у нас нальчики таких дорог не найдешь. Просто в хлам разбитые тротуары. Вот, да и здесь не лучше. Поэтому не все так ладно в датском королевстве.